Всем привет! На что только не отваживаются женщины, чтобы сохранить подольше красоту и молодость. Некоторые из них не могут вовремя остановиться, и в итоге потраченные силы и деньги дают обратный результат. Предлагаем посмотреть на некоторых звезд до и после пластики. К сожалению, всеми любимая актриса Вера Алентова уже давно возглавляет список звезд с неудачной пластикой. Первую операцию актриса сделала еще в конце 90-х, а затем еще и еще. После хирургического вмешательства в 2009 году мимика актрисы оказалась нарушена, а в лице появилась асимметрия. Пластические хирурги не зря предупреждают клиентов, что каждую новую операцию проводить все сложнее, и последствия могут быть непредсказуемыми. 64-летняя Любовь Успенская очень заботится о своей внешности. В доме у певицы есть даже отдельный массажный кабинет. И все бы хорошо, если бы Успенская не так сильно увлекалась инъекциями и филлерами. Из-за них певице даже улыбка дается с трудом. Наталья Андрейченко сделала сразу несколько пластических операций, в результате чего изменилась до неузнаваемости, а молодость так и не догнала. В середине 2000-х годов актриса Анастасия Вертинская сделала неудачную подтяжку, а спустя годы последствия стали еще заметнее. В 2015 году поклонников телеведущей Татьяны Веденеевой неприятно удивили изменения, произошедшие с ее внешностью. В своем желании побороть возраст Татьяна часто обращается к помощи пластических хирургов и инъекциям красоты, но с каждым разом результат все хуже. Вместо ожидаемого омоложения появилось впечатление, что к возрасту актрисы прибавилось еще несколько лет. Когда-то хрупкая и симпатичная девушка Ева Польна сильно располнела после рождения детей. Но все бы ничего, если бы певица не увлекалась увеличением и без того полных губ, которые в последнее время стали выглядеть совсем неестественно. Многие телезрители не узнали после пластики актрису Екатерину Семенову и стали сравнивать ее с Верой Алентовой. Актриса никогда не скрывала, что пользуется уколами красоты, чтобы выглядеть моложе, но, возможно, ей стоило бы вовремя остановиться. На лице появился заметный отек и слишком выделились скулы. Популярная российская актриса Юлия Рудберг после пластики изменилась настолько, что поклонники перестали ее узнавать. Переносица стала шире, а глаза уже. Жанна Агузарова – еще одна звезда, которая шокировала зрителей своим новым лицом. Она превратилась в абсолютно другого человека. Тонкие губы стали пухлыми, а лицо неестественно молодым. Актриса и певица Лада Дэнс тоже неприятно удивила поклонников. Пользователи сети с трудом узнали на снимке 51-летнюю звезду 90-х, оставляя нелестные комментарии. «Просто перебор с филлерами и ботоксом. Жертвы красоты. Зачем вы это со своим лицом сделали? Скулы, губы. Ужас». Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова тоже увеличила себе губы до огромных размеров и колет филлеры в скулы, что, по мнению поклонников, не делает ее привлекательнее. Поклонники Елены Летучей также считают, что пластика испортила ее лицо. «Слишком много пластики». «И все-таки изменилось на лицо, было милее до пластики». Губы Светланы Лободы выглядят неестественно большими. Хотя певица утверждает, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, ее фото до и после заставляют в этом сомневаться. На сегодня все. А вам нравится результат пластики у этих красоток? Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!